у нас вызов. Нам позвонили. Чехова 4, лежит сбитый пес. Выехали, сейчас посмотрим, чем можем помочь. Новая серия, ребята. Начинаются заморозки, начинаются сбитые собаки. Во дворе. Где-то во дворе. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Привет, малыш. Маленький мой. Ты как себя чувствуешь, детка? Ты мой хороший. Ты мой красивый. Ты совсем не встаешь, а, маленький? Малыш. Ты мой красивый, хороший. А, деточка моя. Сейчас будем пробовать. Да, ты красивый, маленький мой, хороший. Мой хороший. Сейчас я тебя завяжу. Не могу понять, что у него там. Непонятно, что-то торчит. Ладно, сейчас разберемся. Да, котичка? Сейчас, мой золотой. Сейчас, мой хороший. Сейчас я петлю приготовила. Сейчас мы завяжем и будем потихоньку выносить. Ребят, к сожалению, я сегодня одна. Мордочку завязали. Сейчас буду потихонечку вытаскивать. Да, ребята, старовато я для этого стала. Ну, ничего. Ну, что, мой хороший? Подожди, дай посмотрим. Ребята, кровь льется. Ладно, сейчас в клинику. Все. Я приехала на такси за ним. Закрывай, пожалуйста. Так. Вот так. Закрывай. Скорее, раз. Вот так. Ребята, мальчика забрали. У него сильно течет кровь с лапы. И срочно едем в клинику. Посмотрим хотя бы, что у него там из раны что-то торчит. Непонятно что. Сейчас подъедем на месте, осмотрим. И я расскажу более подробно. Мальчик старый, морда седая. Видишь? Ой, блин, она прям струей. Скорее всего, вена задета, да? Не знаю, что посмотрим. Сильно текет. Может, правда бойцовская какая-то его порвала? Вполне может быть что-нибудь. Угу. Смотри, как сильно текет. Вы... Звонились там сначала, ну как вам считать препараты или что? Нет, я штука прибежала к вам. Сейчас все это посчитаем. Ну, как вам плачет? Сейчас препараты зайду. Или что там? Сейчас зайду к нему. Начальник у вас хороший, новый. А, девочки, хотела спросить. Смотрите, к нам едет... Думаю, что это как... Ну, сейчас промоем, посмотрим. Скорее всего, прокус. А откуда у него кровь так сильно тогда течет? А кровь что? Оттуда течет. Это же там же сосуды, все, вот это мышцы. Старенький. Она прокушена. Так, солнышко, давай вот это обстригем еще. Чтобы я мазь наложила на ранку. Я лапу сейчас целую, но машинкой не сможем. Не машинкой, а ножничками. А просто обстригли, да. А там мне немножко убрать, чтобы было видно хотя бы где чего. Вот, ножничками. И там уже я сама в приюте сейчас обработаю. Что ты, ребенок, дергаешь меня? Ну чего ты? Что ты, мой золотой? Угу. Конечно. Ну, сейчас уколю обезболивающее. Главное, не туго. А то если сейчас. Подвинь просто. Опа. Ложись, зайка. Ложись, мой хороший.
порванный сосуд, вена. Поэтому крови под нем было и там, и здесь. Венку зашили, ранку зашили, антибиотик сделали. Все, ребята, мы поехали в приют. Доброго здоровья, друзья! Доброго здоровья от всего сердца, от всей своей лохматой души вам желает Мухтар. И все наши найденыши, что благодаря вам живы. Друзья, спасибо. Спасибо за вашу помощь, за поддержку, за то, что благодаря вам нам удается спасать эти жизни. Но все это взаимосвязано. Без вашей помощи мы никогда бы не смогли что-то сделать. Лохматая душа – это все мы. Мы, кто здесь на месте разносит корм, и вы, кто помогаете нам этот корм купить. Друзья, перед нами Новый год. Январь будет вообще очень тяжелым. Я прошу вас, отзовитесь. Времени очень мало. Ну, купите на одну банку меньше горошка. Купите на килограмм меньше мандарин. Помогите бездомным просто встретить этот Новый год сытыми. Я прошу вас об этом. Я обращаюсь к вам от имени тех, кто не может сам попросить. И благодарю вас за ваш отклик, за ваше доброе сердце, за милосердие и сострадание к тем, кто живет вокруг нас и нуждается в нашей с вами защите. Счастья вам, друзья, и самая искренняя благодарность от имени спасенных бездомных зверят. Спасибо.